Каспийске активно продолжаются работы по озеленению. Вот и сегодня, 4 апреля, МБУ «Зеленый город» по поручению главы муниципалитета Бориса Гонцова ведет посадочные работы по улице Омарова. На данном участке сотрудники учреждения сажают березы и туи, а также в скором времени здесь будут и розы. Вчера начали еще яму сделали, завезли землю, начали посадки. На этом участке у нас где-то 100 берез, 50-60 туи пойдут. Розы пойдут где-то 100, цирцисы посадим. Ну, Омарова дальше мы тоже сначала улицы там тоже запланируем. Сейчас надо завести чернозем. Отметим, что здесь будет предусмотрена поливочная стационарная система, которую также установят и по другим участкам. Вот здесь тоже нам обещали вот канал лично провести воду. Чтобы были, да, краники поливать, да? Поливать будем. Ну, а то, что краники, чтобы сохранить, уже мы должны все, слушай, ломают наши краники. Вот в парке ежегодно мы меняем эти краники. Сейчас мы не можем воду открыть, даже в многих местах поломанные краны. Сейчас уже на этой неделе начнем ремонтировать поливную систему. На Халилово воду сделаем, вот на Омарово, на Кизилюртовской. По словам представителя МБУ «Зеленый город», следующие посадочные работы пройдут в центральной части Каспийска, парковой зоне и других районах муниципалитета. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».